В начале 50-х годов в Советском Союзе появилась необходимость создания пассажирских, среднемагистральных, скоростных, экономичных, вместительных, комфортных самолетов с турбовинтовыми двигателями. Работами по данному направлению занимались самолетные ОКБ Антонова и Илюшина. В 1954 году в тематический план Запорожского опытного конструкторского бюро завода номер 478 впервые была включена тема по разработке турбовинтового двигателя АИ-20 для пассажирских и транспортных самолетов Антонова и Илюшина. А в это время велись работы по созданию самолетов Ан-10 и Ан-12, а ОКБ «Илюшина» создавала современный лайнер Ил-18. С огромным энтузиазмом коллектив Запорожского завода приступил к выполнению этого важнейшего задания. Удачное сочетание интеллектуального потенциала, высокой корпоративной культуры, творческого духа инженерно-технического персонала завода и развитой производительной инфраструктуры создавало условия для быстрого изготовления опытных экземпляров совершенно нового двигателя. Запорожские моторостроители не подвели. В 1956 году первый опытный экземпляр двигателя АИ-20 мощностью 4000 лошадиных сил был изготовлен и передан на стендовые испытания в испытательный цех завода. АИ-20 представлял собой одновальный турбовинтовой двигатель с 10-ступенчатым осевым компрессором, кольцевой камерой сгорания, 3-ступенчатой газовой турбиной и планетарным дифференциальным редуктором. АИ-20 был специально спроектирован как простой по конструкции, технологичный и недорогой в производстве и эксплуатации двигатель с большими резервами надежности. Начиная с 1959 года на самолетах Ан-10 и Ил-18 устанавливались только двигатели АИ-20. Это был большой успех всего трудового коллектива Запорожского завода номер 478. Благодаря слаженной работе служб завода уже в 1957 году двигатель АИ-20 был запущен в серийное производство. Учитывая большую потребность гражданской авиации в двигателях такого класса, серийное производство было налажено сразу на двух заводах – в Запорожье и в Перми. Так началось создание запорожской серии современных турбовинтовых двигателей, что привело к образованию Запорожского моторостроительного комплекса. В 1958 году, в этот ответственный для завода период, директором Запорожского моторостроительного завода был назначен Василий Иванович Амельченко, которому, к слову, в этом году могло бы уже исполниться 100 лет. Молодому директору вместе с его сотрудниками и единомышленниками приходилось преодолевать множество преград, решать немало сложнейших проблем. Ведь ритмичный выпуск разнотипных двигателей требовал от коллектива запорожских моторостроителей и его руководителя колоссальных усилий, высочайшего напряжения и полной отдачи. Такое под силу только человеку разностороннего таланта, высококвалифицированному инженеру, выдающемуся организатору производства, каким и был Василий Иванович Амельченко. Этот талантливый инженер прошел путь от мастера до директора крупнейшего моторостроительного завода и впоследствии возглавлял его 30 лет. Подобного в этой отрасли не встречалось. Теплые, дружеские и партнерские отношения связывали Василия Амельченко с Александром Ивченко, выдающимся конструктором своего времени, который прекрасно понимал, что решение задачи резкого увеличения ресурса серийного АИ-20 в значительной степени лежит в плоскости технологии. Амельченко пришел с должности главного технолога завода и без преувеличений был технологом от Бога. Оба отлично понимали, что только тесное сотрудничество двух трудовых коллективов приведет к успешному освоению новых двигателей. Они сплотили коллективы и организовали совместную работу специалистов опытно-конструкторских бюро и завода для решения этой сложной задачи. Так образовался крепкий тандем, сумевший преодолеть сложнейшую научно-техническую проблему освоения массового серийного производства и доведения ресурса двигателя АИ-20 до мирового уровня. АИ-20 стал первенцем среди газотурбинных двигателей марки АИ на Запорожском моторостроительном заводе. Почти 21 тысяча выпущенных двигателей АИ-20 успешно эксплуатировались и продолжают эксплуатироваться на пассажирских, военно-транспортных, противолодочных, амфибиях и других самолетах. Общий налет двигателей семейства АИ-20 составил уже более 100 миллионов часов.
Самолеты с двигателями АИ-20 побывали на всех континентах земного шара, летали во многие страны мира, демонстрировали высокую надежность в труднейших условиях работы в разных климатических условиях – от экваториальной жары до холодов Антарктики.